Здрасте, дорогие мои подписчики и зрители. Сегодня мы поиграем, продолжаем игру YouTubers Live. И она нас ждет очень захватывающая и интересная. Мы сегодня поиграем просто в свое удовольствие. Будем смотреть новый сюжет. Так, продолжаем. Что у нас тут ожидает? Давайте создадим новую игру. Новая видеоигра. Насколько мы помним. Так. Да, выбираем игру. Смотрим. Рейтинг 100. Популярность. Экшен. ПК. Выход. Релиз 2 января. Так. Что мы будем снимать? Геймплей. Это у нас будет третий геймплей. Начинаем снимать. Здесь характеристики выставляем. Тут пятерочку. Так, все без изменений. Мы ничего нового не внесли. Геймплей третий будет. Так, что у нас требует? Он нас чего-то хочет. А, пока загружается видео, нельзя пользоваться компьютером. Тогда мы воспользуемся этой ситуацией и сходим в школу. Ходим в школу. Мы устали. Надо поспать. Идем спать. Так, игра опубликована. У нас уже 37. Так, 50 зрителей, насколько. 670 просмотров. $1 мы заработали. Так, мы выспались, пойдемте покушаем. Поесть. Друг у нас поговорить. Привет, Алекс, хочу сделать видео того, как я играю, но не знаю, как записать его, отредактировать. Можешь сделать это за меня и потом опубликовать. Я отправлю тебе игру. Хорошо. Так, кушаем. Родители пришли. Это тоже интересно. Так, игра пришла. У нас прошла неделя, и я одобряю твое прилежное отношение к учебе. Продолжаешь в том же духе. Отлично, у нас поблагодарили за нашу хорошую учебу. Открываем видеоигру. Ну что, делаем геймплей. Выбрать игру. Что у нас за игра? Вот она. Так, популярность 94. Стратегия. Наконец-то у нас рейтинг, правда, не такой высокий. Давайте превью. Начнем с превью. Хотя надо геймплей создать сначала. Тут оставляем все по-прежнему. Далее. Начинаем делать. Так. Что нам лучше? Давайте смешные комментарии. Так, тут что у нас? Ну, конечно, смешные картинки. Сразу 2 очка, и у нас осталось хорошо, идеально. Так, создаем ролик. Обработку. Что нам улучшить?
Так, ну да, добавим название. И, пожалуй, выберем правка цвета. Отлично. Опубликовываем. Получил популярность игры 74, популярность консоли 64, интерес 12, рекорд счет 42. Так, тут у нас новый уровень, смотрим, актерская игра, монтаж видео и качественное видео. Девяточка. Опубликовываем. Так, отлично. У нас загружается. Это у нас загружается. Давайте сразу новое видео по игре. Нам же надо, как вы помните, геймплей снять. Снимаем геймплей, чтобы нам денежку заплатили. Тут оставляем все то же самое. Пока у нас выгружается, обработка идет, мы пока ничего делать не можем. Ну, сейчас обработается видео. А мы пока можем сходить поучиться. Нам надо в учебе что? Школьная жизнь. Давайте посмотрим. Получить за тест оценку не ниже тройки. Отлично. У нас 15 дней. Нам пока новые задачи не выдвинули. Пока видео загружается, мы уже сходили, получились. Отлично. Видео грузится. Давайте пока поспим. Так, улучшили сон. Сон улучшили. Теперь мы загружаем видео геймплей, который у нас попросили. Формальное приветствие. 1 балл. Так, давайте улучшим техническое замечание. Сразу по 1 баллу. Мышечные картинки. По 2 балла. Отлично. Давайте мы улучшим. Добавим, как по традиции было. Мягкий фокус давайте, конечно. Обрабатываем. А, теперь мы делаем монтаж видео. А монтаж видео у нас получается только вот так. Отлично. Обрабатываем. Принять. Ух ты, как у нас интерес 70. Отлично. Новый уровень монтаж видео, сценарий новый уровень. И качество видео новый уровень. Десяточка. Опубликовать. Это будет бомба. Так, ну из $5 нам надо заработать. Давайте пока покушаем. Сходим. Поесть. Пока видео у нас грузится. Так, тут опубликовано. У нас 1200 зрителей, 2 дизлайка и 20 лайков. Заработали мы $2. Отлично. Поздравляю вас. Так, выгружается у нас видео. Мы покушали. А давайте, а мы пока не можем ничего усовершенствовать. Мы пока смотрим информацию. Что у нас тут посмотрим? Улучшить компьютер. Скорость выгрузки давайте. Лучше. Так, у нас сломалось. Упс, покажется, мой ПК начал лагать. Нужно проверить его состояние. Проверяем. Поговорить.
Задание выполнено. Yeah! Мы выполнили задание. Даже нам отремонтировали. Так. Информация. А, вот, ремонт, 10 баксов. Прям разорение какое-то. Сколько у нас? 118 баксов. Сейчас починимся. А давайте пока поговорим. Нельзя поговорить. Сделали нам. Теперь компьютер починен. Хорошо. Ну-ка. Смотрим. Улучшить. В этом магазине можно купить различные составляющие для повышения производительности компьютера. Каждый компонент дает определенное количество очков визуализации. А здесь также можно улучшить программу для монтажа видео, чтобы получше его большую эффективность. Хорошо. Большое спасибо за публикацию этого видео, Алекс. Я расскажу друзьям, что у тебя талант. Так, хорошо. Там мы все пропустим. Посетите мероприятие. Возьмите телефон. Откройте календарь. Откройте мероприятие. Понятно. Так. Откройте календарь. Открыли календарь. Откройте мероприятие. Выпущена игровая платформа. Nintendo. Это не Nintendo. Я понял. Давайте откроем. А вот это, наверное. Должны 24 часа. Цена билета 50 баксов. Нам сейчас вообще-то не до этого. Нет, откажемся. Требуется подтвердить участие в приложении, иначе могли бы не пустить на вход. Так. На этой неделе у тебя ничего не выучено. Надеюсь, это в следующей неделе будет лучше. Хорошо. Пойдемте поучимся. Учиться. Что у нас со школьной жизнью? А тут я новых целей не вижу. Так, смотрим. Давайте мы улучшим. У нас есть 118 баксов. Так, посмотрим, что мы можем улучшить. Клавиатура. Нам для монтажа бы хорошо было. Финальный прием лайф. Энергия 0. Куплено. Так. А нам для. Вот для ПК монтажа. Что у нас? А пока ничего. Микрофон, мышь, мониторы. Дайте микрофон. За 40 баксов есть. Давайте. Пока не будем больше ничего тратить. Давайте мы выберем игру. А давайте купим новую игру. Для покупки у нас есть еще 78 баксов. Так, где у нас? Вот здесь у нас видео. Игры. Так. Что у нас? Эти есть игры. Вот отличная игра. 35 баксов. Рейтинг большой. PC платформа. Давайте возьмем Broken Words. Купили. Принять. Распаковываем. Открыть. Микрофончик новый приехал. Отлично. Yeah! Так что давайте сходим поучимся пока. Отлично. Он новая игрушка приехала. Сейчас поучимся. И у нас будет все отлично.
Мы устали, давайте поспим. Нам денежки надо заработать как можно быстрее. Сейчас снимем новое видео, как поспим. Уже с новым микрофоном. Как он устал. Ну, это что-то. Отучился. Открываем. Давайте выберем игру. Так, вот наша игра. Давайте превью. Смотрим. Здравствуйте, Алексей. Приветствуем вас на YouTube. Вы заработали первые 100 подписчиков. Отлично. Деньги. $5. Мы заработали. Теперь надо заработать 15 баксов. Так, микрофон новый. Давайте выйдем на канальный. На канальный. Отлично. Одноканальный. Почему не выбирает? Пока нельзя. Без фильтра. Все фильтр тип. Без фильтра. Однонаправленный. Тут может. Нет. Станция. Нет. Хорошо. Далее. Монтируем видео. Смотрим. Ну, как по традиции, приветствуем. Что у нас? Дать техническое замечание. Что у нас дальше? Убедительный взгляд. Нет, да, смешанная картинка. В следующий раз мы улучшим компьютер. Будет энергии побольше. Так, приветствуем, монтируем видео. Так, это сюда. Это сюда. Что мы улучшим? Давайте добавим название. Давайте правка цвета. Обрабатываем. Принять. Ну погнали. Ух ты, интерес, 93. Новые уровни, все кроме звука. Опубликовать счет 20.49. Потому что я понимаю, 49 баксов придет. Или просто счет третий. Что-то нам на карту пришло. А у нас новые карты. Очки. Так, а у нас сколько очков? 675. Давайте откроем вот это. Принять. На этом мы не будем монтаж. И давайте харизму. А, не хватает. Все отлично. Как мы хорошо сделали. Давайте мы пойдем поучимся, пока у нас видео грузится. И мы... Так, 15 баксов надо заработать. Мы пока 5 только заработали с вами. Да посмотрим, что будет дальше. Нас уже... Так, это у нас, как я понимаю, подписчики 1492, зрители 9765. Хорошие результаты. Третий уровень уже у нас. Так, давайте мы еще поспим пока. Ух ты, у нас всем нравится. Отлично. Покушаем. Отлично. У нас 3400 уже зрителей. Как нам хорошо. 400 зрителей. Давайте мы новые видео поиграем. Все-таки геймплей-то надо нам записать. Где у нас вот это вот, по-моему, видео. Давайте геймплей
месяца, да. Запишем. Пишем. Тут у нас начинаем запись. Так. У нас уже 1200 зрителей. Просмотров. Приветствуем. По традиции. Так, тут что? Давайте эмоции через край. И... ну, естественно, смешные картинки. Посмотрим, что у нас получилось. Прессия 0 баллов только. Ну, ничего страшного. Мы сейчас догоним. А у нас тут все хорошо. Мягкий фокус. И давайте правка цвета. Обрабатываем. Принять. Смотрим. 70. Интерес. Популярность еще хорошая. Все, у нас новый уровень, кроме качества видео. Опубликовать. Так, что наш друг хочет поговорить? Тебе не было со мной на выставке, впрочем, я все равно хочу тебя спросить. Будешь жить со мной? В той квартире есть комната побольше, которая лучше подошла бы под наш ютубер. Под нужды нашего ютубера. Хорошо. Чтобы заехать в квартиру, тебе нужно заплатить за 2 месяца вперед. Это состоит из $160. Когда они у тебя будут, мы туда заселимся. Хорошо. Так. Ну, у нас тут уже 3200 просмотров. Так. Эй, дружище, я лучший продавец игр, и у меня есть для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Одна отличная игра за разумную цену в $40. Нет. 5 баксов мы получаем. У нас пока доход маленький, мы не можем себе такие позволить траты. Доход маленький. Нам надо его улучшить. Что мы будем, сходим, поучимся. Пока у нас все загружается. Так. Отлично. Сейчас мы, друзья, с вами смонтируем еще одно видео. Кстати, у нас одному не понравилось. Геймплей наш. Ну ничего. Так, смонтируем одно видео. И на этом, я думаю, сегодня мы закончим. А ждите продолжения довольно быстро. Если вам это видео понравится, я это увижу. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И будет нам хорошо с вами. Так, давайте геймплей создадим. Так, что у нас тут? Все по-прежнему. Далее. Создаем видео. Так. Формальное приветствие. Тут что? Ну, конечно, эмоции через край. Техническое замечание. У нас увеличилась карточка. Смешные картинки. Отлично. Приветствуем. А мы сейчас по баллам хорошо наберем. Что мы добавим? Давайте возьмем правка цвета. Давайте возьмем мягкий фокус. Обработка. Поехали. Смотрим. 65 интерес. 74 рекорд. И у нас везде новые уровни, кроме звука. Опубликовать. Сейчас я принимаю при въезде в новую комнату. Мне хотелось бы ее изменить.
Так, новые покупки. Цели. Выберите ПК, чтобы сделать покупки. Выберите магазин декора. Ну, у нас доход-то маленький еще. А мы не можем пока выбрать, пока не загрузится игра. Она загружается у нас пока. Так, и у нас со школой что-то, проблемы какие-то могут возникнуть. Давайте, мы спать должны. Так, выберите покупки. Ну, сейчас. Давайте пока поспим. Пока это закроем. А мы не можем ничего сделать. Смотрим, ждем. Нам не оставили выбор. Нам не оставили выбор. Когда же он хочет декор покупать, когда у нас только $65. У нас доход всего $7. Ну давайте отправимся за покупками. Так, декор у нас вот. А, идея Икея вот такая. Так, идея была и остается лучший магазин для покупки предметов интерьера. В некоторых предметах были спрятаны картинки, и мне нужно было их найти. Ну, не знаю. Давайте самый дешевый. Давайте вентилятор купим. Принять. Прошла неделя, я одобряю твое прилежное отношение к учебе, продолжаю в том же духе. Отлично. Нас похвалили. Так, ложимся спать. Новый уровень. Доступно новый контент, доступны картинки, доступны новые картинки. Тест через один день. Доступный вентилятор. Ну давайте, дорогие друзья, на этом закончим. Откроем вентилятор. И мы посмотрим в следующий раз, как мы сдадим тест. Это будет очень интересно. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь. Наши подписки очень важны для меня. И ставьте комментарии, лайки. До свидания. До новых встреч. Пока-пока.